Шановна громада, це знов намагання протягнути дерибан. Це не що інше, як дерибан. Ну як ви не можете поняти? Він ще не прийшов. Ми все об'яснили вчора, що йде конкурс, поступили документи, составлені протоколи. От сьогодні ми їх виносимо на сесію. Зараз ви будете все знати. І ви будете рішати. Все, ніяка земельна ділянка не ділиться. Ніхто мені відповість. Шумна і со взаємних обвинень в користі началась сесія сільсовета Кароліна Бугаза. На повестке дня спорный земельный вопрос. На заседание пришли местные. Говорят, чиновники их держат в неведении. Так вот, дайте мне информацию. Я не могу. Запрашиваем здесь. Запросы идут через месяц ответа. Юрий, это что? Я очень грустно, мне, ребята. Спорный участок земли громада называет своим последним значимым активом. Перед началом сессии под зданием сельсовета собрались десяток человек. Объявили сбор подписей о снятии вопроса с повестки дня. В ситуации, когда председатель сельского совета находится под следствием, по статье 368 части 3, громада считает, что не имеет морального права распоряжаться ее имуществом. Пусть разберется со следствием, а потом мы, громада, будем решать, что делать с этим массивом. Они просто манипулируют этой землей. Остается срок, собственно говоря, нашему председателю остается полгода, грубо так говоря. Ну, есть вышестоящие люди, которые в Верховной Раде, с которыми он контактирует. И они его, конечно, прижимают, чтобы он решил этот вопрос. В сельсовете же считают, что пришедшие на сессию отстаивают свои личные интересы. Еще при прошлом главе сельсовета земли на спорной территории бесплатно раздали местным, в том числе и депутатам, под строительство дач. По большому счету многие получили землю там, но после того, как выборы состоялись, и выиграл Апанасенко Андрей Владимирович, нынешний глава, он из первых дней заявил о том, что я лично не подпущу и не дам столько земли, чтобы люди повзяли собственность. Возвращали участки в коммунальную собственность в судебном порядке. Теперь же с их помощью решили привлечь инвестора. Он должен построить детсад на 110 мест, которые на Каролино-Бугазе ждут уже десятки лет. Детей местные возят в другие поселки. Обойдется учреждение по предварительной оценке в 46 миллионов гривен. В благодарность инвестору предлагают право долгосрочной аренды земли у моря. Ну, звісно, це ж не благодійна організація прийде. Це прийде інвестор, який теж займається підприємницькою діяльністю. Спори, давні обіди і каверзні питання ні к чому не привели. Рішення депутати прийняли практично одноголосно. Хто за прийняття рішення в цілому? Хто за? Проти? Отримався? Рішення прийнято. Я вас вітаю, шановні депутати. Это те самые спорные 19 гектар, судьбу которых только сегодня решали более 2,5 часов. Сейчас здесь пустая территория с прямым выходом к морю и небольшое озеро. Если сельсовет и инвестор смогут договориться и заключат инвестиционный договор, спустя 2 года здесь может начаться строительство новой рекреационной зоны. К условиям проведения конкурса с участием одной компании вопросов у большинства народных избранников не возникло. Теперь судьбу и детсада, и земельного участка будут решать на дальнейших сессиях. Должны утвердить все пункты договора. После этого земля может перейти в руки инвестора и его иностранного донора – китайской компании. Лилия Горопашная, Денис Рудь, телеканал «Репортер».